По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье работают программы по привлечению врачей в лечебные учреждения. Результаты их работы уже заметны жителям округов. Медицинских кадров становится больше. Соответственно, и очереди сокращаются. В прошлом году обеспечили заметный прорыв. У нас был положительный баланс, плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача, чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей. Если в 2023 году баланс также будет положительным, это и станет теми самыми переменами, которые мы должны обеспечивать. Ольга приехала в Одинцово из Сергиева Посада. В Одинцовской областной больнице работает врачом-эпидемиологом. В числе ее обязанностей – ведение статистики, аналитики, мониторинг, выполнение планов по вакцинопрофилактике населения. На данный момент свою работу совмещает с обучением в ординатуре. Трудоустроилась в Одинцовскую больницу чуть более 3 лет назад, еще до начала ковида, и стала получать эти выплаты чуть менее года назад. Сообщила об этом администрация города и предложила такую возможность компенсации арендного жилья. Подобная мера соцподдержки особенно важна для молодых специалистов. Кроме того, в округе действуют региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также с 2016 года медицинские специалисты получают свидетельство по программе «Социальная ипотека». Для участковых врачей, терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 000 рублей. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».